Три самых соблазнительных знака зодиака. Эти три знака – настоящие соблазнители, обладающие этим качеством с самого момента рождения. Будьте очень осторожны с ними, поскольку вы рискуете попасть во власть их очарования. Рыбы. Они немного застенчивы с теми, кого не знают, а также выглядят загадочными. Рыбы могут быть по-детски наивными. Это те люди, которые продолжают цепляться за надежды и мечты, даже когда приближаются к среднему возрасту. Рыбы – это вечный ребенок, верящий в сказки со счастливым концом. Зрелые рыбы предпочитают носить солнцезащитные очки, чтобы не показывать свои глаза, но очаровывать собеседников своим красноречием. Иногда, если они чувствуют угрозу, то могут лгать, изворачиваться и манипулировать окружающими. Рак. Если рыбы окружают собеседников туманным облаком обмана, рак – это сама правда. То, что вы видите, вы и получаете. Человек этого знака очень открыт с теми, кому доверяет, и он является идеальным другом. Рака нельзя использовать или относиться неуважительно. Обиженный рак умеет мстить. Он обладает сильными эмоциями, и это не всегда идет ему на пользу. Все, что он хочет, это любить и быть любимым, поддерживать и помогать. Скорпион. Скорпион – это неземное воплощение соблазна. Его голос каким-то образом обладает гипнотическим воздействием. Сам же Скорпион не доверяет людям и мало кого любит. Он всегда будет настороже, потому что понимает темноту человеческой натуры. Он постоянно будет на несколько шагов впереди вас, проверяя, не похожи ли вы на всех других недостойных смертных. А потом Скорпион с легкостью избавится от вас. Этот знак – это тайна, тьма и наказание. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.